Это нарциссы. Маленькие. Это крокусы. А вот тычиночки оранжевые. Они называются шафраном. Вот эти вот рыльца. Здесь их 3 штуки. В Иране в основном выращивают такие цветы и собирают шафран, высушивают. Это пряность. И в то же время и краситель. Оранжевый цвет. Она очень ценится и дорогая на рынках мира. Стоит больше 200 тысяч долларов за килограмм. Вот. А мы садим в своих садах и любуемся этими прекрасными цветами, которые цветут всего 1-2 дня. Но они очень красивые с собой, разного цвета. Очень мне нравится. Клеопатра любила принимать ванны из настоя шафрана. Очень красивые цветочки. Вот еще полюбуйтесь, как красиво и соседствует нарцисс. Один красивый цветочек, желтенький, маленький. Тут же гиацинты подрастают, скоро тоже зацветут. Это вот синий, даже ближе фиолетовый будет цвет. А здесь, по-моему, такого кремового цвета. Очень красивые. Вот так вот. У нас сегодня 4 марта. Весна, даже лето в полном разгаре. 25 градусов в тени. Плюс.